У нас в студии гость, заведующий травматологическим отделением Видновской районной клинической больницы Ибрагим Абакаров. Тема нашей беседы – профилактика травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Здравствуйте, Ибрагим Абакарович. Добрый день, Максим. Принято считать, что травматология – это тема какая-то зимняя, да, там больше всего травм происходит. Но, как я понимаю, и летом работы у вас хватает. Да, и летом особенно часто возрастает количество случаев и детского травматизма, и дорожно-транспортные происшествия, потому что появляются мотоциклисты, а у них, как правило, очень тяжелые травмы, высокоэнергетические. К сожалению, в некоторых случаях и бывают и летальные случаи, несовместимые с жизнью, поэтому стоит, наверное, и на летнем травматизме заострить внимание, есть о чем поговорить. Угу. Ну, помимо дорожно-транспортных происшествий, я думаю, здесь уже только сам человек может, собственно говоря, внимательнее относиться к своему стилю вождения, да, и избегать попадания в какие-то сложные ситуации. Да. Помимо этого, на что людям обратить внимание в летний период, особенно сейчас жара, открытые окна? Ну, открытые окна, да, время уборок, время... Как правило, родители отвлекаются, дети сами себе предоставлены и остаются без внимания, к сожалению. И что мы видим? Чаще всего ребенок опирается на москитную сетку, а это незащищенная стенка проваливается сквозь эту москитную стенку. И, к сожалению, много случаев падения с высоты. И по Московской области с начала года уже более 20 случаев, даже, по-моему, вплоть до смертельного исхода. Стоит быть бдительными, что касается вот тех же падений с высоты. Но самое простое, самая надежная защита – это детские замки, где откидная система, и независимо, что там стоит за окном, закрыл на замок, включил эту откидную систему и, пожалуйста, спокойно делать свои дела. Ну и кроме того, как я понимаю, сейчас дети очень много проводят времени на свежем воздухе, на детских площадках, и, видимо, это тоже такое